Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о получении маунта «Темная лапа». Он добывает с одноименного мобчика в корте с названием «Темная лапа». Наша задача не убить его, а просто-напросто кормить. Нам придется покормить его 6 раз вкусными грибами утробы. Вкусные грибы утробы добываются с 10% вероятностью с кучек с грибами. Они, отмеченные фиолетовым цветом, являются сокровищем. Спавн у них довольно-таки частый, то есть если вам повезет, то вы можете за несколько дней собрать этого маунта. А также, что стоит заметить, это то, что спавн этих кучек грибов, он какой-то малый в плане времени своего действия. То есть если один человек лутает, то вероятность того, что второй человек лутанет эти грибочки, крайне мала. Имеются, конечно же, координаты на поиск этих грибочков. Координаты я приложу в описании к этому видосику, то есть можете в виде макроса просто закинуть себе и будете пользоваться этими замечательными координатами. Что могу добавить от себя? Просто можно как вариант закемпить какую-либо одну точку и ждать спавна грибочков. Это будет реально классно и замечательно. К тому же у вас точно никто эту кучку не заберет, скорее всего, потому что в текущий момент мало кто знает, зачем нужны эти грибочки, зачем лутать сокровища в корте и все такое прочее. Пользуйтесь. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!